Москва, 31 Авкрия новости. Американский эсминец Дональд Кук пришвартовался в Одесском порту, сообщает украинское издание Вести.ua. Эскадренный миноносец ВМС США Дональд Кук типа Арли Берг имеет на вооружении две пусковые установки системы Иджис, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет Томагавк, оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk, экипаж эсминца составляет 337 человек. США и Украина начали в понедельник морские учения Сибриезы в Одесской и Николаевской областях. Как ожидается, в учениях примут участие 2,5 тысячи военнослужащих не только из США и Украины, но также из Болгарии, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Румынии, Швеции, Турции и Молдавии.